Первоочередной пункт для партии, по которому надо подвести итоги за 3 года, это выборы различного уровня. Федеральные, губернаторские, что очень значимо для Донского отделения «Единой России», муниципальные. Партийцы уверены, что результаты голосований показывают сохранившийся высокий уровень доверия народа к ним. Единороссы заявляют, что их политика ориентирована именно на людей, и своеобразным результатом ее можно назвать народную программу. Формировалась она с привлечением избирателей, и больше 2 миллионов человек приняли в этом участие. Собирались предложения со всей страны, а из Ростовской области поступило порядка 250 тысяч предложений. Это огромный массив информации и документов. Мы вот к сегодняшнему дню завершили обработку этой информации, потому что только четвертая часть предложений была представлена в электронном виде, остальные предложения были сформулированы на бумаге, и все это нужно было отработать. В ходе конференции состоялось избрание секретаря Ростовского регионального отделения «Единой России». Этот пост занимал Александр Ищенко. Однопартийцы уверены, что за время его работы было реализовано много планов, и поэтому секретарем вновь утвержден спикер ЗАГС Собрания Ростовской области. Партия гордится конкретными делами. Среди них партийные проекты, множество реализованных инициатив социального характера от первичных отделений «Единой России», плодотворная работа волонтерского центра и многое другое. А главным приоритетом становится народная программа, созданная вместе с людьми. Денис Проскурин, Александр Кучец, Дон-24, Ростов-на-Дону.